находимся уже в зоне duty free. Сейчас пройдусь, поснимаю вам, покажу, что почем здесь можно купить. Действительно ли, ну, duty free, во-первых, работает, потому что некоторые спрашивали, а работает ли duty free? Работает, он есть. Но по прилету, не знаю, вот когда прилечу, вам скажу, работает или нет. По вылету, вот он все работает. С ценами сейчас ознакомлюсь, я вам скажу, какие цены, действительно ли они такие, как и были раньше, и тут можно купить за 5-6 евро бутылку виски литрового, или же нет, уже все изменилось, все подорожало. Например, 13,50 бутылка Сиера кило. Ну, есть и дорогие, ищите красные ценники. Есть вот такие вот штуки, две по цене одной, там 72 евро. Чивос, две бутылки Джим Бим по 39. Вот видите сами. Это отдел уже сувенирной продукции белорусской, вы можете купить здесь. Нашу там самогонку, водку, шоколад. Ну и это не весь аэропорт. Вы вот вышли в секторе Б. Вы можете пройти налево. И здесь будут другие сектора, в которых тоже есть свой duty free. Поэтому не стесняйтесь, гуляйте по аэропорту. Он, в принципе, достаточно протяженный. Вот смотрите, мы идем дальше с вами. Здесь уже другой duty free. Здесь продают сумки, очки, тоже спиртное и так далее. В некоторых магазинах у них есть стойки прямо с распродажами, и выгодно сразу подошел, ты сразу видишь, что они продают по сниженным ценам, что у них на акции. Причем в разных магазинах цены разные. Та же вот Сиера здесь 17,50 стоит, мы с вами за 12 видели. Вот смотрите. Здесь по 9 евро. И вот видите, за 8 евро литровая бутылка виски. Смотрите, у них тоже есть duty free по прилету. Пойдемте посмотрим, какие здесь цены. Если нас не будут ругаться, конечно, что мы снимаем. У нас сладости. Так, ну вот они, красные цены. 23 евро, Almeca 22 евро, Chivas 24, Jim Beam 20. Ну вот они. Это все спиртное? Я думаю, нет. Парфюм. Ну так, быстренько пройдусь. Кто захочет, посмотрит, сравнит. Это у нас, напоминаю, аэропорт Измир. И вот оно спиртное пошло. Джек Дэниелс 28 евро. Вот еще тут Абсолют водка 15 евро. Надеюсь, все видно. А, вот смотрите, Сиера здесь 17,90. У нас 13 евро стоило. Полочка Джим Бима 18 евро, 20 евро. Гранс 17. Чивос регуляр 30. Ну, любители сигар. Голландские сигары по 33 евро за пачку. За 7 есть, ну, и так далее. Есть акция 27 по 2. Давайте я как не курю, но сниму для тех людей, которые курят, чтобы знали, какие здесь цены. Здесь, я думаю, будет видно тоже по 15 евро. Ну вот вам duty free. Вы можете все купить, все, что здесь хотите. А, вот еще стоечка. Тут какие-то акции, две бутылки со скидкой. Суксу 15, Бакарди 19, Амарала 19,50, ну и так далее.